там алло. Почему я протянула? Я посмотрел только на это. Союз художников дал пространство и
здесь стал фотоцентр. Фотоцентр, представляете, не в Москве, не в Питере, не в Екатеринбурге, а у нас фотоцентр. И хочу вот в историю немножко углубиться. Последние фотографические выставки были здесь 79-й, конец 70-х и начало 80-х. Это 30 что-то, порядка 30 лет, даже может быть больше. Они были на первом этаже, в правую сторону, где канцелярия, и в эту, где сейчас старые магнитофоны и балалайки продаются. Но до второго этажа фотография даже тогда, при фотоклубе, она не добиралась. И сейчас вот изысканная фотография черно-белая, это там. Это просто изысканная, я потом, может быть, доведется, я скажу такое, почему. Но вот сейчас, вот здесь, хотелось бы мне сказать о том, что раньше фотография была документальной. Она была от репортажа, потому что все делалось на базе фотоклуба Челябинска, это были репортеры. И все было там документально, и даже лучшие образцы, они все равно были, ну, они были, так сказать, изысканно так доведены до совершенства по своей композиции и состоянию тех, кого там снимали, людей или природы. Но, вы знаете, есть такая крамольная у меня мысль, что репортажная и всякая вот правдивая, прямая фотография, она все-таки, она исполняет заказ, и она... Все-таки средствами фотографии, средствами, ее методами, она, так сказать, отвечает на что-то, на какую-то необходимость. У меня есть смелая мысль предположить, что здесь вот эта экспозиция, она, так сказать, не выполняет заказ. Я думаю, что это начало, вот здесь есть начало художественной фотографии, где есть управляемый цвет, композиция. И вообще начало чего-то такого, что меня, например, очень волнует. Потому что это управляемые вот эти процессы, я их уже не замечаю, а просто воспринимаю вот эти полотна. Будьте здоровы. Нина Михайловна, будьте здоровы. Вот. И еще есть одна, так сказать, идея, которая меня тоже интересует. Когда говорим о фотографии, которая не зависит от сюжета, который в ней раскрывается, то меня интересует вопрос. Вот Катя стоит в платье абстрактном, так принято считать. Вот Малевич со своими квадратиками, тоже абстракционизм и тоже там как бы сформулировано. Смело. Мне хотелось бы уточнить на сегодняшний момент, что же такое есть абстрактная фотография. В принципе, абстрактное мышление, некоторое отвлеченное от каких-то уже штампов житейских, отшедшее мышление. А что же такое есть абстрактная фотография? Абстрактное искусство вообще. Мне очень это интересно. В чем оно? В цвете, в линиях, композиции или без композиции? И вообще, что это такое абстрактное? Оля Владимировна, может быть, скажете? Нет, не скажу. Спасибо. Не скажу, потому что я лелею совсем другую информацию. Во-первых, то, что сейчас вы видите, не называется абстрактная фотография, это называется как-то иначе. А я тоже это не назвал. А дискуссию по поводу, что абстракция затевать в присутствии бедных людей, когда на улице чудный июль, а здесь такие чудные вещи, может быть, рановато. Это что, у нас вступительное слово. Когда я говорю вступительное слово, и мы начинаем двигаться дальше. Да. Я совершенно конкретно, без замечательных исторических экскурсов и теоретических. Это выставка Марины Шумаковой. Вот Марина Шумакова. Это выставка кураторской группы Soft Focus. Вот группа Soft Focus. Третий член нашей группы отдыхает. Она отдыхает где-то вне Челябинска, я ее очень завидую. Так, время отпусков. Это первая выставка нашего нового проекта. Мы сделали уже два проекта. В том зале большом финальный аккорд нашего предыдущего проекта «Фототело». Вот весь тут большой зал, если вы там были. Это конец одного проекта, это начало нового проекта. И наш новый проект связан, наверное, с тем, о чем говорил Сергей Иванович, но мне бы хотелось уточнить. Наш новый проект называется «Постфотография». Что такое фотография, как бы мы знаем. Нас интересовали процессы, которые начинаются после того, как затвор щелкнул, и матрица или пленка, кто-то снимает на аналоговую, она экспонировалась. Какие творческие процессы начинаются потом? Мы хотели представить возможности экспериментов с графическими редакторами, что можно этими инструментами делать. Потому что они есть,
Но одними им пользуются как Мазилы, а другие как Рембрандт, Матисс и так далее. Как пользоваться ими? Что из них можно извлечь? Эксперименты с носителями. Вы видите, да, что есть такое определение фотообои, но это обои, которые используют фотографию. А это фотография, которая использует формат огромных полотнищ. Что меняется в фотографии, когда она 3 метра на 5 или 7 на 9? Что меняется? Я знаю, что это не первый эксперимент, что Энн Лейбовиц уже занималась этим, и многие этим занимались. Но вот занимаются этим Челябинским. Что происходит, если инсталлировать фотографию не как мы привыкли, а как-то иначе? Например, накинуть ее как бумажное полотнище на штамп, и пускай болтается. Или Костя пришел, мы сначала задрапировали все эти потоки, сложили их красивыми складками, фестонами. Потом решили, что это чрезмерно, и аккуратно их свернули. Пришел Костя и говорит, давайте снова фестонами. То есть вот она живет во время инсталляции. Что с ней можно делать? Так что постфотография – это проект, связанный с экспериментами бесконечной палитры. Что касается Марины, да, это первая выставка, наш любимый автор, один из наших самых любимых авторов. Мы сделали уже 4 выставки Марины, если я не ошибаюсь. Это календы, это эссенция, это персональная выставка. По-моему, она называлась «Янтарный сон». «Янтарный сон» в галерее «Тишина». И часть коллективной выставки в Лондоне мы делали, да? Это наша 5-я выставка здесь. Вот автор. Все вопросы к нему. Скажется. Пользуясь таким вот, что должны сейчас вначале прежде всего хочу поблагодарить группу Слабкова «Фокус». Сергей Иванович Радков, кто не знает. Ольга Владимировна Камзина. Кто не знает. Кто не знает. Вот. Светлана Ветрова, кто не знает, появится, обязательно появится, когда приедет из отпуска. Благодаря ей стало возможно создание вот этого проекта именно в этих стенах. Но, безусловно, этот проект был создан и получил место в этих стенах благодаря своим художникам, благодаря Анатолию Владимировичу Костюку, который сегодня тоже не смог присутствовать, тоже пока нет. Вот, но, конечно, ему большое огромное спасибо. Огромное спасибо вам за то, что вы пришли, чтобы посмотреть на мои работы, каким-то образом, может быть, высказать свое мнение, потому что я уже слышала очень много лестных мнений. Может быть, кто-то хочет сказать что-то наоборот нелестное, тоже готова буду выслушать, потому что критика, она всегда слегка болит и слегка, скажем так, не слегка, а действительно составляет задуматься, что же на самом деле не так. А может быть, все так, но если все так, тогда ты идешь дальше по своему пути. Правильно сказала Ольга Владимировна, да, это возможность по-новому инсталлировать фотографию. Я даже сама не знаю, в какой момент мне вдруг захотелось сделать так, чтобы это было на ткани, чтобы это приобрело именно такие форматы. И, наверное, это захотелось прежде всего потому, что появилась серия работ под названием «Канал Грибоедова». Думаю, все уже бы на них посмотрели. Вы посмотрели и в тканевом варианте, в варианте фотографии. У меня было совершенно удивительное чувство, когда я вот эти 2 часа с камерой ходила возле Спаса на Крови, фотографировала сам канал, причем все вокруг стали вдруг заглядывать, а что ж такое я вижу. Ко мне подошла иконочка и говорит, вот I look in fog, I said I look for golden shadows. Что за Golden Shadows, никто ничего не мог понять, я так думаю, что никто не мог ничего понять, хотя, может быть, кто-то уже понял, о чем идет речь. Вот. И это совершенно удивительное чувство, оно потребовало такого огромного формата. Мне хотелось поделиться вот этим вот состоянием какой-то экзистенциональной левитации, которую я испытала, находясь вот на этом месте. Ну и потом этот опыт, он был воспринимен вот этим. Работа сканографического характера, здесь тоже сканография. Вообще, это титульная работа, как вы, наверное, заметили, это и есть те самые сады Ливадии, в которых, собственно, и есть выставка. Еще вот этот уголок очень интересный, а на нем лучше скажет Ольга Владимировна, потому что это ее. Нет, это Сергей Иванович. Нет, это наша, наша, софтфокус. Была идея,
подкрепить эти ливадийские сады, как это такое место мечты, наслаждений, место удивительных Крым. Ведь сейчас по распуску каждый, наверное, думает о лете, как о каком-то таком удивительном времени, когда ваша полнота жизни, она проявляется в полной мере. У каждого отпуска каждый будет вольно прожить свою жизнь, как хочет, за этот коротенький маленький момент своей жизни. И вот как такая мечта, как такой пальто серебряных теней, скажем, вот этот договор. Я у моря снимался всегда. Кстати, Мария Федоровна рядом. Идите сюда. Мария Федоровна. Да. Я с кем? Катя, иди сюда, подойди. Ну, подойди с ним. Пока. Здрасте. Катя. На море приглашаю. Так что... Может, кто-то захочет поехать. Миша, не снял, что ли? Настоящий фотограф. И настоящий ливад. Я еще думаю долго. Ты думаешь, что ли? Или вот о той ливадии, которую мы потеряли, или о той ливадии, которую потерял каждый из нас, или, может быть, готов обрести каждый из нас. Наверное, об этом выставка. Можно я еще? Да. Сегодня Анатолий Владимирович перед выставкой, он не мог присутствовать, но он сказал передать такую мысль, что когда он зашел на выставку, то он ощутил некоторое... какую-то вибрацию приятную, не такую ненормальную, заводскую, да, а приятную вибрацию. И потом еще чуть-чуть добавил о том, что среди цвета, вот который он видит цвет, ну он художник, он очень, уже цветник, он уже чувствует цвет. И вот он говорит, когда черное среди цвета проявляется, здесь много черного, который, собственно говоря, может быть, он и держит, и говорит о том, что это фотография все-таки. В живописи черного-то, наверное, не так много, в основном цвет, да? И вот он говорит, вот этот цвет, настолько он гармонично, достаточно входит в цвет, что, говорит, это отдельное наслаждение. Короче говоря, он сказал очень здорово, да, будем еще делать выставки. Правильно сказал. Живописная вещь. А вот, да, Дмитрий Иванович, сюжета там и все такое. Первый вопрос у меня, ну, к размышлению, а не к отвечанию. Хотя бы к размышлению. А что такое сюжет? Ну-ка себя с трех раз многоточие. Теперь относительно критики. Не обязательно критиковать, где что плохо там, не досмотрел, не доделал. Это вопрос к ремеслу, это туда. Но смотрите, если вместо вот такого понимания критики поставить на это место разбор и что есть это, что из этого следует, как устроено там еще, допустим, вместо, то есть использовать вот это исследование, обсуждение, узнавание, прописывание вас издаст, использовать как раз как инструмент критики именно то, что расширяет пространство для того, чтобы дальше. Способ расширения пространства. Не обругать недостатки и все такое, а наоборот. Я же задал вопрос, например, что такое сюжет? И никто мне ведь внятно сейчас ответить не сможет вообще-то. Будут одни словеса, только, ну, словеса мы и так слушаем по радио там и везде. Ну, вот сюжет, один-два сюжета. Ага, точно. А теперь, что еще? А что изображено? И почему это тогда стало сюжетом? Сейчас... Ну, это стало сюжетом. Я отвечу сюжетом на все вопросы. А сюжетом стало? Опять. Какими глазами смотря я смотрел? У меня способ прочтения есть или нет? Если у меня, я неграмотный, у меня этого алфавита нет, то для меня это пустое место. Учиться этим надо однозначно. Я думаю, например, что самыми счастливыми на этой выставке будут дети. Они уже были. Кстати, вчера пришел мальчик лет 7. И он не мог оторваться, говорил, боже мой, как классно, как здорово. Точно. Мальчик в основном занимается математикой и компьютерными играми. Да. И для ребенка это такое наслаждение, для глаз, питание глаз. Скажем, для нас тоже. А когда ему говоришь, что вот это вода, он так удивлялся. Нет, какой шашлычник? Какой шашлычник? Я думаю, даже взрослым, по-моему, многим здесь будет не то, что делать нечего, а полезно побыть, чтобы себя немножко, так сказать, ну так, покритиковать или кого-то. Это полезное и, вот и это привязать сначала и подержать тут часик-два. Да. Вот тогда и до него, может быть, дойдет. Вчера один очень милый человек, не очень старый, ему 30 года, прошел из того зала сюда. Мы еще вешали еще.
Мы еще говорили, как бы пройтись каточком, вот специальным каточком, который снимает шерстяную одежду, ну, чтобы почистить их. Мы еще дышали на все эти вещи, мы еще... Фу, Сергей Иванович лично сдувал тополиный пух. Мы еще тут возились. Он прошел из того зала сюда и сказал, ну, там фотография-то я понимаю, но где здесь фотография? Сказал он, а человек не глупый, умный, сказал, где здесь фотография? Ну, где-то здесь на фотографии, конечно, просто она уже настолько в чистом виде здесь глубоко таится, и не в том виде, в котором мы привыкли встречать ее. Фотография – это сюжет, как бы, она здесь, фотография. Как ни странно, дети хорошо реагируют, а для взрослых она кажется простой, несерьезной, декоративной, слишком обработанной. Ну, это только дает нам возможность совершить труд проникновения в фотографии. Так что да. Какой труд? О чем речь? Можно мне написать? Труд наслаждения. Вот. Тоже начну труд. С того, о чем все говорили. Автор, зрители. Все разные. И вот вы понимаете ситуацию какая? Когда фотограф отснял и хочет это изображение трансформировать в что-то. Это не важно во что. Значит, им что-то двигает. Ему что-то нужно добавить к тому, что есть. Изменить, сделать по-другому. И он это делает. Приходят другие люди. Они смотрят, для чего они пришли на выставку. Они пришли на выставку, созвучие почувствовать какое-то. Вот соприкоснуться с этим вот. То есть это мне близко, я это чувствую, это хорошо. Это я не чувствую, в общем, это плохо или совсем отвратительно. И так далее. Поэтому я думаю, что не нужно никого ни к чему приковывать. Придут люди, которые почувствуют вот эти вот волнения автора, почувствуют созвучие с ними и будут счастливы. Поэтому каждый должен быть счастлив по-своему. Один от того, что создает, другой от того, что вдруг он это увидел и почувствовал. Да. За что спасибо Марине Павловне. Лишняя радость, лишнее счастье. Ну все, наслаждайтесь. Теперь наслаждайтесь. Да, можно наслаждаться. Это то место, где нет сюжета такого прямого. Подрастающий художник? Да. Вот ему наверняка все понятно. Ему давно все понятно. Тут все. Никаких вопросов не вызывает фотографии. Все, бросайте как есть, тут лежит. Еще одна у нас есть, пойдемте. А там с двух сторон его возьмете, вот так поддержите. Оставьте. Пусть неправильно валяется. Идите сюда, еще здесь. Сашурка, пойдем. Идемте, вы возьмете с двух сторон, встанете, так за руки его сделаете, и он как будто на фоне этого будет плавать. С двух сторон вставайте, берите его за руки. Марина, ты здесь.
Анатолий Ильич, давайте, давайте за руки его так вот приподнять. Можно? Да. Полетели. Отлично. Улыбаемся, улыбаемся. Вот, он улыбается. Попал в руки фотограф. Да-да-да, просто так. Еще прыгай. Прыгай еще. Сегодня присутствую на удивительном событии. Выставка цифровой фотографии, но эта фотография настолько потрясающие результаты дает зрителю, настолько опирается на натуру и в то же время происходит развеществление материала, развеществление вот этой самой натуры, что мы видим совершенно удивительные результаты, и результаты, ну, которые трудно себе представить. Это, ну, истинное творчество, когда мы видим не то, что ожидаем видеть, а видим результат работы художника, результат его полета фантазии, результат его творческих порывов. Вот сейчас мы видим океанариум, и перед нами, казалось бы, узнаваемая поверхность воды, какое-то ее течение, какие-то блики на воде, но все это сливается в такой уникальный цветовой беспредметный узор, настолько богатая фактура, которую, наверное, художники художники, абстракционисты, художники беспредметничества только лишь осмеливались подойти к такой теме и так передавать свои впечатления от окружающего мира. Здесь мы видим, как то же самое делает фотохудожник. И вот этот результат, который мы с вами имеем счастье наблюдать, в общем-то, он, можно сказать, что и поражает, и окрыляет, и, в общем-то, внушает вдохновение для каких-то собственных, может быть, текстов, может быть, опытов творчества. Ну, вот это главное, что я хотел бы сказать вот по поводу этой части экспозиции. Все это кажется какой-то потрясающей тканью для очередной коллекции Кавалли, да. Ну, вообще у него, конечно, мы не будем его сравнивать, и он ни при чем, просто я иногда шью одежду, я бы хотела себе такое в облегченном варианте. Батист, шелк. Вот, а вообще, мне все это очень нравится, я, наверное, первый раз вижу такие работы. Мне очень нравятся эти интерактивные полосы, что мы можем их трогать и можем фотографироваться с ними. А еще мне кажется, что все эти снимки чрезвычайно живописны. Каждый свой колорит и живописная задача, мне кажется, в этих снимках, она, может быть, ставилась автором, может быть, нет. Я опоздала немножко на приветственное слово. Поэтому сужу все в своем первозданном варианте, без толкования и прочего. Ну, здесь мы находимся среди цветов и видим совершенно фантастическую картину. Фантастические какие-то рельефы, фантастические ландшафты, созданные с помощью столь узнаваемых и близких нам объектов. Живая природа сохранила свою узнаваемость, но тем не менее стала предметом для творческой переработки, для полета фантазии фотохудожника. Здесь цветы
предстают фантастическими объектами. Они создают такие образы, которые, пожалуй, невозможно придумать и невозможно воссоздать ни в художественном творчестве, ни средствами, тем более фотографии, а только лишь соединение вот этих двух начал. Ну и плюс, конечно, это чувство, наверное, здесь влияет чувство декоративности материала, чувство декоративности ткани, ее возможности, ее выразительности декоративной ткани. И вот в следующем зале, когда мы видим, как эта ткань используется в качестве такого материала для украшения, скажем, мебели, для украшения интерьера, мы, в общем-то, видим, как вот современное творчество, высокотехнологическое искусство соединяется с древнейшим искусством, текстильным искусством, которым владеет человечество. Вот это вот соединение таких глубинных материалов, глубинных возможностей и современных высокотехнологических достижений, оно и дает, в общем-то, какое-то чувство немножко нереальности происходящего. Вот. И я поздравляю всех нас, что такая выставка случилась, и поздравляю, конечно же, автора, что он, автор, смог, Марина Шумакова, смогла достичь таких высот в своем искусстве. Ну, мы поздравляем ее вместе с Сашкой. Ему здесь тоже очень нравится, но уже пора. Спасибо. Мам!